Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня открылась угольная армия, и я решил протестировать 30-е прокачки, 30-е прорывы, только не все. Вот мне интересно сейчас посмотреть на Космо. Вот интересно посмотреть Космо, воодушевление. Понятно, что он на отражалке сольется. Такой вариант, плюс ворожея поставить, тоже воодушка, ожива, и взять сюда еще Фрейю без огника, то есть взять Фрейю, какую мы возьмем Фрейку, давайте с грубой, так чтобы выносила стычки, а нет, давайте с воодушевлением тоже, вот так вот, вот три героя. Поехали посмотрим. Вот они у нас есть. Отхилы есть. Поехали. Конечно, Космо на отражалке будет сливаться однозначно. Любая отражалка, он сразу же уйдет там в минус. Хотя, в принципе, он должен стычки сносить. Там тоже атаки немерено. Ну и шанс того, что очень-очень быстро он сейчас у нас упадет. Ну, это 30-е прорывы, ребят. Просто жесть. Так, давайте ускорялку возьмем. Тут единственное, конечно, мы сейчас топовый результат не набьем, потому что у нас будут из-за воодушевления вот так вот герои выходить вдали. То есть мы не будем успевать убивать, но мне интересно просто посмотреть. Так, одного добили, следующий. Смогут ли три героя пройти там до 25-й волны полностью все? А потом попробуем просто еще одного Космо, наверное. Так, 14-я волна. Хотя Космо соло может и не зашатать. Может не успеть разные подойти с разных сторон. Ну, все бывает. Вот как сейчас, например, видите, подошли с другой стороны. Так, 20-е. Слили Космо. Вот то, о чем я говорил. 22-я. Так, Фрей и Ворожей. Это уже интересней. Кто там у нас остался? Фрея? Да, они все калашматят Фрею бедную. А нет, Ворожей еще был. Да, там Ворожей еще был. Так, тыковка. Ну, 385. То есть, как видите, в принципе... Нам нужна тыковка, чтобы быстро убивать. Можем поставить сюда тыкву. Кинуть. Тыковку. И поставим еще сожива. Мало ли. А давайте, знаете, что потестируем? Тыква, ожива. Правда, я не знаю, как Космос работает. Опасно немножко. Но можно попробовать. Ради теста такое можно попробовать сделать. А, так, тыковка. Заменить. Сюда мы поставим ангела. Попробуем немножко другую сборку. Так, убираем Фрейю. Убираем Ворожея. Попробуем
такую сборку. Поехали. У нас, правда, нету смотрителя, но... Я думаю, будет интересно. Ну и забор, конечно, хотелось бы. Но, к сожалению, у нас только один забор. Ну, видите, Космо не сливается полностью. Это реально радует. А вот тут вот могут быть проблемы. Вот именно в этом то, что... Вот смотрите, сколько отражалки получает. Но живет. 239 отхил. Единственный минус то, что он бьет демона. Вот слился. Слился полностью и миллион. Миллион отхила. То есть вы понимаете, да, сколько там отхила. Так, а тут может Атлант включиться, если сейчас не переключится. Отлично, переключился. Супер. Правда, это только девятая волна. Блин, вот это самое печальное. Не хватает, видите, не хватает. Он бьет по цели. И минус то, что блокируется. Еще раз слился. Да, не вариант, к сожалению. Сейчас тыковку нашу, наверное, сольют демоны. Хотя нет, посмотрите, что делается. Давайте тащите. Тыква вообще топчик. Ну, тыковка, давай разгончик. А, там станет кто-то. Так, надо, чтобы Космо заблокировал. Не там, чуть-чуть он блокирует, к сожалению. Да, видите, стан срабатывает. Во, пошло. Пошел блок именно там, где надо. Ну, чуть-чуть не хватает. Отлично. Ай, слились. Ну, видите, все-таки надо ставить от отражалки в одушку. И защиту от отражалки. Тогда будет реально кайф. А тыковка, смотрите себе, соло бегает дольше всех. В общем, попробуем с утра еще затестить, если будет время. Фигню мы, конечно, набили, но я попробую поставить немножко другую сборку. Ремку отсюда уберем. Давайте сразу же берем ремочку и поставим по-другому сборку. Так вот Космо у нас сливаться не будет. Попробуем так вот воодушевление плюс этот. Так, ну это будет у нас завтра. К сожалению, поехали. Мы, кстати, такие... Не бегали вот здесь. Давайте сейчас попробуем. Так, имба Фрея, Космо, Гаргул. Сейчас наставим отхила. С отхила у нас будет Гаргул. Будет, конечно, маловато. Хотя у нас отражалка будет резаться нашу рун. Рунами поставим. В принципе, нам Гаргула должно в таком случае хватить. Так, тогда ставим так. Кто у нас еще с таким талантиком? Чтобы пару раз били. Даже такую Фрею поставим. Все равно там ограничение идет. Рогатку. Арктику. Вот такой вот вариант попробуем. Так, Космо у нас тоже, в принципе, можно поставить. Так, у нас красный, да? Какой там у нас красный? Угу. Значит, серый надо ставить. Хотя, в принципе, доп. Удар тут, там у нас просто урон будет. Этот доп. Удар, это, в принципе, все фигня. А, ставим так вот.
Так, этот готов. Давайте по фракции соберем. Гаргул. Попробуем так. Гаргул у нас будет давать отхил. Это будет давать ограничение. По идее, должно сработать. Проверим. Нет, значит, мы нубы. Так, Фрейка. В принципе, Фрейки и так. Ограничение. Тут мы поставим вот так вот. Ее должен Гаргул хилить. Этого нам должно вполне хватать. Так, дальше рогатка. Ставим Арктика. То же самое. Так, питомец отхил раз. Дальше питомец отхил два. Питомец отхил. Так, тут у нас отхил 4. Там у нас еще Гаргул. Мечбокс поставим. Все, поехали. Поехали сливаться. Так, начинаем с космо. Ух ты, нифига себе. А, ну все правильно, тут же процентуальный урон идет от жизни. Так, Гаргул должен у нас включиться когда-то. Так, Арктика заморозила. Ну, первого, слава богу, убили. Поехали дальше. Челлендж 2. Стартуем уже с Фрейи. Всех остальных кидаем. Нам самое главное, чтобы Гаргул успевал разогреться, раскочегариться. Так, Арктика заморозила, Арктика, Биги. Сейчас попробуем, посмотрим, что у нас с этого получится. В принципе, можно и поставить утекание для отхила. Но тут отражалка самая важная. То есть, видите, герои у меня получают минимум. Ну и, конечно, дамажит нормально. Можно еще поиграться, конечно, с этими, поставить другие талантики. Но смысла в этом какой я не вижу пока. Так, хотя на этого можно. Поехали дальше. Ну тут уже, видите, посложнее. Ну все, Гаргул включился. Уже полегче нам. Но самое основное — космо. Посмотрите, что космо делает. Просто песенка. И не сливается. Дабы тыковку нам еще для полного счастья. Ну, вроде, значит, мы не нубы, ребят, если есть такой результат. В принципе, неплохо. Так, ну отлично. Третьего затащили. На четвертого, я думаю, нам времени, скорее всего, не хватит. За раз, ну посмотрим, попробуем. Можно даже меньше питомцев на отхил. Какой там топовый результат у нас? 5. 312. В принципе, неплохо.
Так, Гаргул, ты включаться будешь? Вроде с Космо нормально идет. Не знаю, мне нравится Космо на нем. Дальше, наверное, будет жестко. Ну, посмотрим сейчас по времени, как он. Так, судя по всему, по времени мы не особо успеваем. Так, какой у нас первый, второй, третий, четвертый, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, надо все-таки, наверное, побольше. Ну, можно поставить других героев, которые будут больше дамажить. Там, например, рогатка, в принципе, тоже неплохой вариант. Можно и приспешников поставить, попробовать. Талантики поставить. Отражалки попробовать. Да, видите, чуть-чуть нам не хватает по этому. Ну, если поиграться с талантами, думаю, можно будет больше выудить. Надо будет попробовать в следующий раз чисто поставить светлого. Так, что у нас результат? 3-2, да? Ну да, надо попробовать с рунами, будет поиграться все-таки. Так, давайте мы его добьем сейчас. Поставить таланты святого, тогда будет поинтереснее все. Тун-тун-тун-тун. Я думаю, тогда мы сможем убить. Надо будет посмотреть, или они действуют, конечно. Но смотрю, там кто-то бьет. Пролетает. Значит, действует. Супер награды, конечно. Так, поехали. Четвертый. Злобный четвертый. Хватит мою Фрейю так дамажить. Ты что? Ну, как по мне, блин, Космо реально и здесь даже топово смотрится. Реально помогает.
Ну, в общем, такой вот состав. Есть у вас эмблемки либо таланты, и будет вам счастье. Нету, не будет вам счастья. О, есть жалейку, за это надо. Давно я жалейки не ел. В принципе, держится. Я думаю, за неделю, если так бегать, можно затащить. Надо будет попробовать позаморачиваться. Пишите в комментах, что вы думаете. Потестим, попробуем. Думаю, получится. Максимум выбить. Только вопрос, или мы тут успеем убить его хотя бы половину. Походу пока нет. Надо будет что-то менять. Надо, наверное, попробовать огненный доспех. Потому что эти все мелкие сливаются, сразу на отражалки выходят. А доспех будет неплохо заходить. Хоть какой-то дополнительный урон. И самое главное, что герои не проседают. То есть, как видите, они атакуют все время. Без проблем. Да, выходит, там чуть-чуть дамага не хватает, как там, так и здесь. То есть, по идее, можно улучшить будет. Потестим, я думаю, завтра это уже. Эти все попытки вот из-за этого. Так можно на 2 растянуть это, и будет отлично все. 4223. Даже в десятку не попали. В общем, надо будет заняться этим. Ужасно. Топ-20. Топ-1 в топ-20. Так, все, пишите комменты, лайки, репостики, конкурсы, все дела. Всем удачи, всем пока.